Участники гала-концерта регионального этапа студенческой весны зарядили зрителей ударной дозой витамина Т, в состав которого входят творчество, талант и темперамент. Весна собрала нас здесь, или у каждого есть шансы. Даю совет простой, без суеты. Живи, твори, танцуй, бро. В этом году фестиваль объединил творческие коллективы 27 учебных заведений Омской области. Они состязались за звание лучших и путевки на финал российской студенческой весны, который пройдет в Нижнем Новгороде с 15 по 20 мая. Я хочу пожелать тем, кто добился того, что будет представлять наш регион в Нижнем Новгороде буквально через месяц. Хочу пожелать им удачи, чтобы вы показали все на то, что вы способны, и даже немножко больше. Свои таланты демонстрировали вокалисты, музыканты, танцоры, актеры, представители оригинального жанра. Также жюри определило лучших в моде, журналистике и видеонаправлении. Цирковой студии «Мечта». Вообще, по идее, я групповой жонглер, но так случилось, что меня пригласили, давай попробуешь, и соло-жонглером. И вот я здесь. Я в восторге, это очень классный проект. Я первый раз на нем выступала, вообще пробовала себя в данной деятельности. И на самом деле я в шоке, я вообще не ожидала, что я куда-то поеду или пройду вообще на городской этап. We'll be right back.
гран-при, первое как-то еще может быть, а тут, ну, послали тем более на гала-концерт, думала, может быть, первое. А тут гран-при, конечно же, я рада очень сильно. Расскажи, пожалуйста, какие задачи себе ставишь на российский финал? Наверное, чего хотела бы добиться, что показать? Чего добиться? Не знаю. Это все-таки всероссийский уровень, уже другой, будет сложнее. Главное выступить хорошо, просто неважно, какой будет результат. Хороший опыт, хорошее настроение, вот, и просто за эмоциями.